новое открытие в новом году! Ура! Турик, неужели не понятно? Если вам не отвечают, по-видимому, не ждут. Я предлагаю проводить уходящий год тостом за любовь. Вот. Ку-ку! Ленка, что-нибудь случилось? Может быть, ты меня пригласишь? Ну, конечно, проходи. Что-нибудь случилось с Толиком? С Толиком? А что с ним может случиться? С Викочкой? Все нормально. И с Викочкой все в порядке. Отправила ее к бабушке. Что все-таки? Пришла к тебе навсегда. Как? Решила начать новую жизнь. С Нового года. С тобой. Но ты ведь всегда любила Толика. Я его люблю. И потом он мой друг. Дай-ка ножницы. Тупые ножницы. Но почему со мной? А как же Толик? Ну ты же меня любишь. Да? Конечно. Но как ты догадалась? Ты же приходил к нам каждый день. Я видела, какими глазами ты на меня смотрел. Неужели заметно? Ленка, я не верю. Это какая-то рождественская сказка. Да, в Новый год случаются рождественские сказки. На счастье. Откуда это все началось? Ну, это... Новая жизнь. С обручального кольца. Я потеряла обручальное кольцо. Говорю, Толик, купи мне кольцо. Он говорит, пойди купи сама, я не знаю размер твоего пальца. Я говорю, ну, Толик, милый, ну, если я сама пойду покупать себе кольцо, так значит, я ведь сама себе муж? Ленка, ты знаешь, а я всегда жил и думал, ел и думал, что вот в одно прекрасное утро откроется дверь, войдешь ты и скажешь, здравствуй, я пришла к тебе навсегда. И я... А потом я подумала, боже мой, а ведь действительно я сама себе муж. Я обеспечиваю семью, вожу машину, у меня свободное расписание, он мне ничего не запрещает. А такая свобода, это уже не свобода. Это уже одиночество. И когда я думаю, что мне так придется прожить еще 20-30 лет, мне просто хочется забыться летаргическим сном и все. Теперь у него нет
ни жены, ни дочки, ни... На чем я остановилась? На том, что ты меня любишь. А, да! Я сегодня встала в 5 утра. Вижу, в окно облако плывет. Я подумала, ты. А потом собака пробежала. И опять подумала, ты. Я собака? Нет, не в том смысле. Просто для меня сейчас все живое и неживое слилось в одно понятие. Ты. Во мне больше нет ничего, что я. Все ты. Я не могу так долго тебя не видеть. Вот сколько уже целых 2 дня. Ты меня слышишь? Алло! Алло! С Новым годом! Ну, придумай что-нибудь. Ну, хоть Анатолий что-нибудь. Иванович, мы вас ждем. Почему ты молчишь? А? Но он же здесь не один. Толя! Сейчас вылью тебе бутылку боржоми на голову, будешь знать. Верочка, давай прощаться. Здесь нужен телефон. Нет, нет, не клади трубку. Я не могу без тебя. Ну, придумай что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Раскрытие в новом году! Я придумал. Что? Давай поженимся. Когда? Сегодня. А чего тянуть? Вместе встретим Новый год и прямо с Нового года начнем новую жизнь. Просто не знаю, с чего начать. Начинаю с главного. Я влюблен. Понимаешь? Что? Ты только не подумай, что я бабник. Я позвал тебя, потому что ты мой друг. И я хочу, чтобы ты меня понял или хотя бы попытался понять. Я попытаюсь, но я ничего не понимаю. Ленка сильнее меня. Она в 1,5 раза больше меня зарабатывает, и это меня унижает. Понимаешь? Не понимаю. Ты ведь ее всегда любил. И потом, у нее свободное расписание, и я никогда не знаю, где она бывает и что она делает. Я хожу в прачечную, хожу в школу на родительское собрание, мою посуду, бегаю по магазинам, выбиваю ковры. Фактически, весь дом на мне. Вот уже 10 лет... Она хочет сделать из меня баб. А я мужик. И она мужик. А женщины в доме нет. И когда я думаю, что нам придется вот так мучиться еще 20-30 лет, я падаю духом. Мне не хочется жить. А с верой я Бог. С какой верой? Когда она слышит, как я чихаю, у нее слезы на глазах от умиления. А когда смотрит, как я ем, она смеется и говорит, что я широко кусаю. А раньше я никогда не думал, как я ем, как чихаю. Я никогда не думал, что это может быть кому-то нужно. Понимаешь? Понимаю. Я тоже всегда думал, что чихаю и ем исключительно для себя. Ну и что из этого? А теперь... Главное, я прошу тебя сосредоточиться. В этой новой создавшейся ситуации я бы не хотел ставить в двойственное положение себя, Ленку и Веру. Это было бы унизительно для всех нас. Я решил объявить Ленке, что я от нее ухожу. Шеф, Можайская, 24. Поехали. Если ты хочешь объявить Ленке, что ты от нее уходишь, то надо ехать не к тебе, а ко мне. Почему? Потому что сегодня утром твоя жена ушла от тебя ко мне. Теперь она моя жена. Ну так как, едем или нет? А почему я об этом ничего не знал? Потому что ты был на работе. А почему ты сидел дома? А у меня библиотечный день. Так,
хорош друг. А я тебе верил. Стой! Я перед тобой безупречен. Я давно любил Ленку. Но моя любовь ни в чем не выражалась. А что ты в ней нашел? Она. Она очень красивая. Кто, Ленка? У нее на лице выражение наивной доверчивости. Да? А ты не ошибаешься? Нет. Я убежден. Странно. А почему она ушла? Что она говорит? Боже мой. А ведь действительно, я сама себе муж. Какая низость. Что именно? Так говорить о собственном муже. Но она же не всем это говорит, а только мне. Пошли. Пошли, пошли. Вокзале. А ты что, распоряжаешься, как у себя дома? А я у себя дома. Я прошу вас объяснить свое поведение. Это мой дом. Это мой муж. А ты наш друг. Удивительно. Я прошу вас объяснить свое поведение. Юрик, а ты ему ничего не сказал? Он посторонний человек, и мне не о чем с ним разговаривать. А ты моя жена. Я у тебя спрашиваю. Юрик, поставь чайник. В чем дело? Пожалуйста, короче. Короче, я люблю Юрика. Глупости. Ты его не любишь. Ты влюблена в него, а любишь ты меня. Лена, сыграй что-нибудь. Я тебя ненавижу. Ты мне надоел до ноздрей. Да, ты меня ненавидишь. Но все равно ты меня любишь. Мы с тобой прожили 10 лет. От молодости до зрелости. У нас с тобой общее имущество, общий ребенок. И, наконец, у нас с тобой общая испорченная жизнь. Мы с тобой глубокие родственники. А родственников не бросают и не меняют. Все равно я люблю Юрика. Слушай, это же не серьезно. Любовь – это любовь. А жизнь – это жизнь. И не надо смешивать. Не слушай его, Лена. Любовь – это и есть жизнь. А жизнь – любовь. Здесь как раз все нужно смешивать. Так, сейчас посмотрим. А что вы собираетесь делать? Ленк, это мне. Теперь тебе. А 10 лет? А нашу общую испорченную жизнь? Выкинуть как мусор на помойку? Вот видишь, как он говорит о нашей жизни. А как ты поступаешь? Так, сейчас же собирайся и пойдем домой. А что мы будем там делать? То же, что и всегда. Я смотреть по телевизору хоккей, а ты трепаться по телефону. Да, ты будешь смотреть хоккей и трясти на ноге тапок. Скорее всего. Ты замечаешь, как ты дышишь? Нет, а что? Вот так и семейная жизнь. Она должна быть незаметной, как дыхание.
Только тогда она высвобождает в человеке творческие силы. А на страстях живут одни бездельники. Это философия пигмеев! Слушай, если ты будешь совращать мою жену, я тебя ударю. А я тебе отвечу. Мальчики, если вы разделетесь, я вынуждена буду принять сторону первого мужа. Что? Да-да, дружище, да. Почему? Потому что он голодный. Ну и что? Я тоже ничего с утра не ел. Ну я же с ним прожила 10 лет, а с тобой 3 часа. Пойдем, я больше не могу ждать. Через час новогодний огонек. Ты чего распоряжаешься, как у себя дома? На счастье. Ну, хватит, старик, пошли к нам. Ты увел у меня жену, и я же должен к тебе идти? Я готова. А вещи? Это все. Угу. Пошли, старик. А я? Не упрямься. Ну что ты будешь сидеть один в Новый год в таком настроении? Я сам виноват. Зачем я его привел? Если бы я его не привел, ты бы не ушла. Надо мыслить конструктивно. Надо думать не о том, что было бы, если бы, а о том, что есть и как можно это переменить. А как это можно переменить? Боюсь, что тебе это не по силам. А что мне делать? Не думать. А ты тоже хороша. С моим другом, за моей спиной. А что ты мне предлагаешь? За счастьем на танцы бегать? Мне ведь не 17 лет. У меня работа, у меня семья, у меня хозяйство. Когда мне бегать? Да лучше Юрика мне и не найти. Толик, Леночка! Леночка, с Новым годом тебя! С Новым счастьем, Леночка! Никакого нового счастья. С Новым годом, но со старым счастьем. Если бы я не привел тебя к нам, она бы не ушла. Да ушла, ушла бы, не переживай. И знаешь почему? Сейчас я тебе все растолкую. Да потому что мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша. Шекспир. Толик! Толя! 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 Толик, это к нам? К вам, к вам. Да, Лена, это к нам. Я ждала тебя, а тебя нет и нет. Я пришла сама. Познакомьтесь, это Вера. Вера. Лена. Вера. Юрий. Очень приятно. Вера, извини меня, но мы не можем начать новую жизнь. Я думал, я свободен. Но оказывается, я женат. Вот моя жена. Елена. Я тебя обманывал, но не нарочно. Я и себя обманывал. Бедный. Все равно я буду тебя любить. А что же мне делать? Выходите замуж за Юрика. Ленка. Вы знаете, какой он хороший?
Он хороший. Но рядом с ним я ничего не увижу. Потому что я не люблю его. А он не любит меня. Но, может быть, когда-нибудь, лет через 10, и мы с вами тоже станем глубокими родственниками. Нет. Для того, чтобы через 10 лет стать глубокими родственниками, нужно вначале любить друг друга. Я пойду. Я провожу вас. Не надо, я сама.